На этой неделе мы показали вам квартиры прокурора Касько и узнали, что некоторые из них в аренде. Я издал аренду, потому что все квартиры, где я проживал, мне было ближе до места работы. Также разобрались, кто из народных депутатов крышует игральные залы. Пришел народный депутат Украины. Третьяков Александр Юрьевич. И главное, разобрались, почему быть оппозицией не только опасно, но и крайне невыгодно. То есть не 25? Как... Не, не 20. Так. Ну, это будет точно 1075. Если вы пропустили эти сюжеты в день выхода, не беда. Прямо в конце этого ролика появятся интерактивные ссылки. Следите за разведкой.